вот самая большая свеча, да, о которой Алексей говорил, сколько она имеет? Эта свечка, я вам сказала, что она имеет 2 метра и 250 килограмм. Вот так. Свечки сделаны чисто в воск. У нас даже есть легенда, что когда приходят женихи... Алексей, еще раз расскажи нам, пожалуйста, про вот эти две свечи, которые, да, большие. Эти вот две свечи, которые вы здесь видите, это первая свечка из коллекции. Это была свечка, подаренная моей бабушке через 19 лет. Деда нашел точно такую же свечку. Эта свечка напоминает кулона Лутериан. Это очень такой легендарный человек, который спасал всех румынов, которые жили в Румынии, от всех захватчиков, которые приходили в то время.